Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровал. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и всем мертвецам жизнь даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробам, и всем нам жизнь даровал. Слава Иисусу Христу! Христос воскрес, воистину воскрес! Братья, сестры, дорогие друзья, в эти дни, когда на протяжении 40 дней Святая Церковь христосуется, поет «Христос воскресе!» Христос воскрес, воистину воскрес. Таким образом мы приветствуемся, здороваемся между собой, верующие, православные христиане и христиане разных других конфессий, деноминаций, присоединяясь к этой хвале и славословию, также христосуются и действительно приветствуются святым этим лобзанием любви. Христос воскрес, мы говорим, отвечаем, воистину воскрес, слава Богу. И, дорогие друзья, 40 дней в православной традиции поется это песнопение во всех храмах, во всех собраниях, на всех богослужениях, так или иначе. И, знаете, друзья, это действительно чудесно и свято воспоминание того, что Христос, когда воскрес из мертвых, воистину Он восстал из могилы, воскрес как победитель ада и смерти, и на протяжении 40 дней являлся ученикам своим, приходя в собрания своих учеников, даже порой это были тысячные собрания, являясь воскресшей уже, говорил о царстве своем, говорил о церкви своей, говорил действительно вот то, я так понимаю, что в Евангелиях отражено, то, что записано в четырех Евангелиях о царстве его, о церкви его. Все это он, я так понимаю, на протяжении 40 дней вновь и вновь повторял своим ученикам, раскрывая тайны Царства Божьего, то есть Церкви Бога Живого, которая есть столб и утверждение истины. И, как написано у Матфея, «И врата ада не одолеют ее». Он сказал, «Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Или же в другом, более точном переводе говорится, «И врата ада не устоят перед ней». И Господь благословил нас, друзья, вот уже 2000 лет Церковь Божья на этой земле побеждающая, торжествующая, воинствующая, на этой земле странствующая, на этой земле действительно Церковь Божья не только не одолена вратами ада, но и действительно, как в пророчестве было сказано в том слове Христовом, не устоит перед Церковью, не устоят перед церковью врата адовы. Слава Богу! И действительно, вот эти 2000 лет стали таким доказательством победы нашего Господа Иисуса Христа, Его победа в нас, верующих, потому что каждый покаявшийся грешник, каждый возрожденный свыше человек, принявший благодать эту спасительную, знаете ли, это еще одно подтверждение действительно силы воскресения Христова. Это еще одно доказательство воскресения Христа Иисуса. И как вот в том псалме поется, что воскресение Христово видевши, поклонимся мы Господу Иисусу Христу. То есть смысл этого песнопения в том, что каждый верующий, получается, он свидетель воскресения Иисуса Христа из мертвых и свидетельство воскресшего Господа Иисуса Христа. «Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Тебе мы поклоняемся, Христос, и святое воскресение Твое прославляем, ибо Ты Бог наш». Кроме Тебя иного не знаем, имя Твое прославляем.
Идите все верные, поклонимся святому Христову воскресению, ибо пришла через крест радость всему миру, всегда прославляя имя Господа. Поем о воскресении Его, распятие претерпев, Он смертью смерть победил. Воскрес Иисус из мертвых, как Он и предсказал, подарив нам жизнь вечную по великой Своей милости. Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Благословляю всех вас снова и снова, паки и паки, благословляю во имя Господне. Приветствую всех святых, и пусть сила Христова воскресения действует в нас, верующих, могущественно, и ныне, и во все дни до скончания века. Слава Господу, Господь, Он с нами, и в нас, и посреди нас. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя!